Резко финальная пара весовой категории до 69 килограмм. Красный угол Вилен Парсамян, Белгород. Синий угол Сергей Лукович, Кострома. Оба боксера кандидаты мастера спорта. Пятая пара будет сидеть в бригадном составе. Рефери Сергей Першин, боковые судьи. Первый стол Шамиль Курбанов, второй Рафаэль Шахтагинский, третий Алексей Павлов, четвертый Михаил Григорьев, пятый Яков Шляхтер. А в этом бою техническим нокаутом победа одержал боксер из синего угла Сергей Лукович Кострома. Он стал победителем весовой категории до 69 килограмм. Ребят, просьба подойти и расписаться за призы.